Всем привет, Новороссийск. Это катер пограничный стоит. Морской вокзал. Женя замерзла. Горы в снегу. Ну, ветерок тут сильный. Это центральная набережная. Обратно пойдем. Снимать. Морской порт. Этот новороссийский порт самый крупный в России по привозимым и отгружаемым товарам. Куча контейнеров, куча погрузчиков, сухогрузов. Самый крупный в стране. Больше всего грузов здесь перевозится по морю. Сейчас мы выйдем из-за катера и посмотрим. Как там дела обстоят? Это катер пограничный. Это маленький считается, ты что? А? Хотя, может, и крейсер, надо загуглить, почитать. Но, скорее всего, катер. Это не такие небольшие. Тут какой-то памятник. Мама держит ребенка и смотрит в море. Набережная красивая. Ну, вот куча кранов перегружают товары в морском порту. Движуха тут, конечно, колоссальная. Весь город, я считаю, держится чисто на морском порте. Город достаточно крупный, очень много новостроек. Но эта часть, а там проезжали вообще уже целыми кварталами, как в Екатеринбурге застраивается. Чайки летают. Ой, я тоже хочу. Все их кормят. Ну проходи, я тебя сниму.